Всем привет, с вами Полтем, и в этом видео мы поговорим о приложении «Мой рацион». Эта программа поможет вам всегда оставаться в форме и добиваться своих целей. На главном экране вы можете выбрать, кто использует приложение, мужчина или женщина. Также вы можете разрешить доступ к Apple Health, у меня он, например, выключен. Разумеется, при первом запуске вы должны будете ввести ваш вес, рост и возраст в приложение. Программа считает вашу суточную потребность в калориях, белках, жирах и углеводах, исходя из ваших индивидуальных данных и вашей активности. Кстати, здесь вы можете выбирать тип вашей активности и легко ее вносить, если вы что-то делаете. Для этого просто выбираете то, чем вы занимались, выбираете, сколько времени вы этим занимались, и в приложении отображается, сколько калорий вы успели сжечь. Внизу вы найдете несколько видов целей. Вы сможете снизить вес, удерживать текущий вес или набрать вес. Далее вы начинаете питаться согласно полученных рекомендаций. Внизу есть кнопка «Рацион», на которую вы можете нажать и внести то, что вы, например, поели на завтрак. Список еды очень большой, выбрать можно много, из чего достаточно указать количество граммов, сколько вы съели. И приложение рассчитает количество калорий. И точно так же вы заполняете весь рацион на день, а именно обед, ужин и перекусы, если они были. Очень классно, что имеется бесплатный трекер воды. Вода — это очень важно, и здесь вы можете отмечать, сколько воды вы пили. Имеется также напоминание, чтобы если вы вдруг забыли, вам приложение напомнит, что пора выпить водички и отметить, что вы это сделали. Вот что мотивировало лично меня, это вкладка «Индекс массы тела». У меня индекс 27,2, и это плохо. Нужно собой заняться и сделать больше физической активности. Имеется наглядная статистика ваших изменений, где вы сможете проанализировать ваши достижения, а именно просмотреть калории, которые вы съели за день, количество белков, жиров и углеводов, которые вы съели, также изменения вашего веса и сколько вы выпили воды. Статистику можно смотреть на разные периоды, неделя, месяц, полгода или год. В общем, если вы хотите добиться поставленных целей, то обязательно скачайте приложение «Мой рацион». Это электронный вариант дневника, который вы также сможете, например, отправить и тренеру по имейлу или в сообщении, чтобы он посмотрел и указал вам на ваши ошибки, исходя из тех данных, которые будут в этой программе. Ссылку на «Мой рацион» я оставлю в описании к этому видео, переходите и качайте. На этом все, с вами был Apple Team. Если тут впервые, подписывайтесь на канал, ставь свои пальцы вверх, это важно, делитесь видео с друзьями. Не забывай о яблочках, пока!